обнимаются на этой стороне. Итак, получается 7, 8, ям, ча, ча. Дальше через крест руки уходят назад за голову. На этом у нас будет ча-ча, омангуры. Вот сюда. Дальше сверху мы сбрасываем руки вниз, распрыгиваемся в плие и ныряем головой вниз. То есть омангуры. Раз, два, три. На счет 4 на правую ногу делаем слайд вперед и правым плечом себя разворачиваем на центр, на зрителя. Дальше с ногами левая нога делает кик и мы переходим на нее. То есть у нас получается 4, 5 и 6. Мы делаем кик, шаг налево, подставляем правую. Руки в это время мы сделали 4. Делают следующее. Раскрываются в стороны. Сводятся обратно к груди. Левая-правая рука уходит назад. Выходит из-за головы. Ее здесь встречает левая. Правая скользит по левой руке вниз. И левую мы красиво раскрываем вперед. То есть у нас движение руками будет та-та и та. Угу. Соединяем вместе с ногами. В момент кика у нас идут руки. То есть кик, подставили руку. Когда нога подставляется, рука идет назад. И когда она гладит по левой, небольшой акцент мы даем корпусом вперед, чтобы ручка раскрылась. После этого мы на две ноги падаем назад в плие. И руки у нас как крылья через волну будут раскрываться в сторону. Там. И правая рука по грудной клетке. Раз, два. Двумя движениями ладони бьем. Та-та. Угу. Соединим еще раз. Пять, шесть. Бал. На. Ча-ча. Онголь. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Развернули корпус на зрителя. На 5 мы бежим на левую ножку и бьем правую руку в сторону. 5, 5. На и возвращаемся на правую ногу. На 6 закрываем левую назад. То есть у нас будет 5 и 6. С руками у нас будет 5 ударов правой и 6. Левую руку мы раскрываем в сторону. И также двумя движениями похлопывающими ладонь двигаем к правому плечу. Там, там. Одно в воздухе, одно уже здесь будет возле плеча. И этим движением мы себя начинаем разворачивать спиной к зрителю. И оно сразу переходит в о-май. То есть мы себя развернули и ныряем на правую ножку о-май. Левая нога встает на пяточку. Теперь ныряем сюда о-май. Правая нога вперед. И снова сюда о-май. Когда мы делаем это движение 3 раза, мальчики, помимо того, что делают волну корпусом, некоторые добавляют еще небольшое движение пам с плечами. То есть разворачивая себя сюда, пам, они делают раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Когда вы делаете это движение, старайтесь корпус не полностью, но немножко разворачивать сильнее на зрителя, чтобы в полоборота буквально голова у вас над плечом появлялась как зрителя. Соединяем еще раз этот фрагмент. 5, 6. Жих. Ча-ча. Омангуры. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз. О-май. 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 Айдачи дэйли. На айдачи мы переносим вес на левую ножку. Пам. Правая рассогнутая, разворачиваемся, падаем в плие и собираем в прыжке ноги вместе. После чего бежим направо вперед, возвращаемся на левый кик и подставляем ногу вперед. То есть та-та-та. А что будет, где этот момент будет делать? Мы остановились здесь, руки у нас идут наверх, вот в таком положении, и пальцы мы поднимаем как пистолетом. Ай. Нога тю, нога мы в воздухе бьем этими пистолетами. На ю падаем в плие и бьем пистолетами вниз. На бэйби собираем ноги вместе, руки собраны в кулаки у грудной клетки. И делаем 2 круговых движения. Левая рука идет вниз, правая через верх. То есть 2 кружочка. Бэйби. Грудная клетка тоже здесь рисует небольшой кружок. Ребята,
и к себе. То есть та-та-та. И с ногами это будет выглядеть. Мы бежим из-за себя, возвращаемся обратно, когда у нас кик руки выпрямлены, подставляем ногу, подставляем руки. Дальше мы в тишину делаем с паузой. Мы раскрываем руки. Раз, два. Дальше опять чак-чак. Мы делаем два хлопочка возле себя. Помним боли. И опять руки уводим назад за себя. Собираем весь этот кусок. Пять, шесть, семь. Жих. И так-так. Помним боли. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз. О май, о май, о май. I got you, baby. Та-та-та. Пауза. Та-та. Чак-чак. Помним боли. Вот это движение, там идет как раз, по-моему, звук перезарядки. Чик-чик, хлоп-хлоп, та-та-та. Дальше, следующая часть. Отсюда мы начинаем делать припадание на левую ногу. Правая колено поднимается наверх. Мы делаем его 6 раз, если я не ошибаюсь. Руки у нас были за головой. Они у нас из-за головы, пистолетами теми же, уходят вниз, поднимаются в крест, раскрываются через стороны, уходятся назад. Здесь опять закидываются за голову и опять уходят вниз. То есть, первый раз прыгали здесь и идем. Раз, два, и три, четыре, пять, шесть. Угу. Дальше. Ринг-ринг. Мы прыгаем вперед на двух ногах и делаем качающее движение бедрами вперед. Раз, два, три, четыре. Подкачиваем. А руки наоборот на себя, как будто колеса крутим. Два движения на себя. То есть отсюда. Помним боль. Раз, два и три, четыре и пять, шесть и семь и восемь и. На раз. Мы ноги собираем вместе, прыгаем в диагональку, руками бьем вверх. То есть раз. На два распрыгиваемся на более широкие ноги. И здесь просто ребята тоже качают корпус. Берем назад, и руки у них тоже в свободном положении находятся. Мы делаем, получается, раз, два, три, четыре, пять, на шесть собираем ноги, шесть, и у нас отойдет чак-чак, полным боли. Опять руки уводим назад, за голову. Дальше, следующее движение, руки будут раскрываться в стороны, и мы левой, правой ногой отталкиваемся, пам, в правую сторону ее выбрасываем, отталкиваемся на стол от пола, переводим ее вперед. Отталкиваемся опять от пола, вводим за себя назад. Три. И на четыре подставляем ногу вместе, отсюда начнутся прыжки. То есть движение получается следующее. Мы здесь качали. Пять и шесть. Тяг-тяг. Полным боль. Раз. Два. Три. Четыре. Руки у нас в стороны. Здесь одна на базе. Вперед выбрасывается, назад выбрасывается и разворачивается. Руки в более свободном положении. Последнее, четвертое движение, когда мы подставляем ногу, мы начинаем прыгать. У нас четыре прыжка. То есть у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Когда мы сделали последние четыре прыжка, у нас последнее движение практически в этой связке. Правая нога уходит в сторону снова, и мы будем бить носочком в пол и в ногу после этого удара, сгибать колени, заводить за себя. В это же время у нас будет работать вторая нога. Когда у нас носок касается пола, мы разворачиваем пятку на зрителя. Заводим ногу за себя, носок разворачивается. Пам, 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 пам. Раз, два, три. Да. Движение делаем 4 раза. Левая рука смотрит прямо, собранная в кулак. Правой от себя, то есть наружу, рисуем круговые движения от локтевого сустава. Соответственно, у нас каждый выброс руки совпадает с касанием ногой пола. Раз, два, три, четыре. Потом мы снова собираем ноги вместе и опять чак-чак, два хлопочка, полный голь, пам. И на счет раз начинается куплет, мы заканчиваем нашу связку. Собираем все при первую и вторую часть. Закончили здесь. И раз,
два и три, четыре и пять, шесть и ринга, ринга. Раз, два, три, качаем, четыре, пять, шесть, чак-чак, пунголь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, чак-чак, пунголь, пам. Собираем всю связку в расчет. Пять, шесть, вжих, чак-чак, пунголь. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. О, о, май, пам, о, май, пам, о, май, I got you, baby. Та, 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 раз, та, та, ча, ча, пунголь. Раз, о, май, два, о, май, три, о, май, семь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чак-чак, пунголь. Раз, два, три, четыре.